так он у меня был. И вот так раз, и сразу вытащила. Угу. То есть удар был резкий или медленно? Нет. Нож вы не проворачивали? Ничего. В состоянии алкогольного опьянения подсудимая нанесла удар ножом в грудь одному из гостей. От причиненного телесного повреждения мужчина скончался на месте преступления. Следствие собрано достаточно, доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.